Меня зовут Октав Паранго. Я перестал заниматься рекламой с тех пор, как нашел занятия поинтереснее. Я скаут. Есть люди, которые ищут нефть, иногда работу. А вот моя работа – это поиск новых лиц. Свободно. Куда бы такую продать? В парфюм, косметику? А, любишь тампоны? Когда черного не пускают в клуб, я, конечно, против. Это называется расизмом и безумием. Это запрещено. А выставку уродок называют модой. В этом есть смысл. Шлюшку, которая треплется по телефону на китайском, зовут Валентина Вилфет. Ее работа? Она арт-директор в «Идеале». Пусть ты падет на пол. Теперь падай. Как будто она умирает. Так, а сейчас ляг и умри. Ну, не по-настоящему. До конца не умирай. Так, слегка. Все надо делать самой. Вы поняли, зачем мы здесь? На идеальной модели, которую мы создали, фуражка СС. Кого этим шокируешь? Нарядиться нацистом и дать себя отшлепать. Все так делали. Нам нужна новая муза. Молодая, красивая девушка. Молодые и красивые есть, но девственницы. Таких не держу. Кажется, на верном пути. Вы отправитесь в Россию и привезете мне девственницу. Даю неделю. Что? Готов? Дай петь. Никакого контакта. Государство в тюрьме сильнее времени! Чем больше арестов, тем больше счастья! Девушка должна быть настолько юна, что при словах 39-45 она думает про размер ноги.